Утренний патруль. Фильм Никоса Николаидиса. Прошлой ночью мне снилось, что я вернулась в Мендель. В своем сне я проходила мимо большой садовой калитки на ржавых роликах и вышла к широкой улице, простиравшейся передо мной. Дорога была узкой и ветхой. Этот путь был мне знаком. Брусчатка поросла сорняками. Повсюду валялись сырые ветки. Внезапно передо мной появился дом. Я остановилась. Это был Мендель. Наш собственный Мендель. Тихий и загадочный. С его серыми камнями, сияющими в моем залитом лунным светом сне. Когда я не могу уснуть, мне становится страшно. Я думаю о Менделе без каких-либо эмоций и сожалений. Но его образ никогда не исчезает. Это лишь воспоминания, которые не причиняют боль. В своих снах я все это прекрасно понимаю, поскольку, как и все, я осознаю, что нахожусь в мире грез. Единственное, что бесспорно, пути назад нам нет. Прошлое все еще слишком близко. Между нами больше не было секретов. Все общее. Я не имею в виду Мендель. Это место уже не наше. Мендель не существует. Я непрерывно должна что-то говорить. Иначе я умру. Я непрерывно должна куда-то идти, даже на обочинах, рискуя наткнуться на утренний патруль. Если я остановлюсь, я усну и больше не проснусь, как многие из нас. После возвращения домой, спустя так много лет, со мной что-то произошло. Я уже не такая, как раньше. Это все, что я помню. Самый глупый вопрос, который можно задать, это «Куда, черт возьми, все делись?» Иногда издали я вижу, как они пересекают холмы и спускаются к западу. Одни умирают в пути, другие убивают друг друга за воду. Иногда их отлавливают батальоны смерти.
Блэк Джек на Красной Королеве. Черный туз на тройку. Нужно было так ходить. Я очнулась в сотнях километрах от дома, на земле, которая мне чужда. Возможно, через несколько минут я окажусь на обочине дороги, уже мертвой. Прошлой весной я чувствовала себя очень уставшей, осознала, что начинаю стареть. Сейчас середина зимы, все намного хуже, чем было тогда. У меня есть пальто, нож и паршивое самочувствие. Думаю, когда-то у меня был мужчина. Или, возможно, я жила с своими родителями. Мой отец, должно быть, он уже мертв. Теперь наш мир — это могила. Он схоронен в руинах, в нашем страхе и нашей боли. Какая разница, где ты, если ты уже мертв? В темных водах или высоко в мраморной башне? Разницы никакой. Ты мертв, и тебе больше не о чем беспокоиться. Топливо и вода для тебя — это не больше, чем ветер. Ты спишь глубоким сном, и тебя не волнует вся эта грязь. Я его так и оставила на дороге, которая привела меня к большому мосту. Вам же стоит держаться в стороне, продолжать лежать в своих мирных кроватях, с сердцем, которое бьется коротким и неуверенным шепотом, и с мыслями серыми, как пепел. Вы тоже скоро уснете вечным сном. Ведь это место уже не наше. Менделя здесь больше нет.
Когда мне было 15 лет, мы с роднёй летом приезжали на остров. Там было немного домов и немного людей. Тогда мы и не замечали всей красоты острова и моря. Летом 42-го я провела вместе с Оском и моим приятелем Бенджи. Нас прозвали «Позорное трио». Его дом стоял на высоком холме. С того дня я смотрела только на него. С тех пор никто и никогда не вызывал во мне чувства испуга и смущения. И больше ни с кем я не чувствовала себя уверенной. И неуверенной в себе, важной и безразличной. Летом 42-го я потеряла его. Я так и не узнала, что же с ним случилось. Мы были разные. Тогда все дети были разные. Потребовалось некоторое время, чтобы мы смогли понять наши чувства. Жизнь состояла из мелочей, которые приходили и уходили. За все, что мы получали, мы всегда оставляли что-нибудь взамен. Летом 42-го мы совершили 4 набега на лагерь береговой охраны. Мы посмотрели 5 фильмов, было 10 дождливых дней. Бенджи разбил свои часы. Оск потерял гармонику. А я в те чудесные дни потеряла саму себя.
Thank you.
Мы часто вспоминали о нашей нестоявшейся поездке подальше от спокойного моря. В итоге мы решили отправиться туда поодиночке. Я ничего не спрашивала, я ничего не знала. Я только волочила свое тело вперед. Чаще всего мы говорили о разных путешествиях. Мне было 12, мне было 16. Мое сердце громко билось на песчаных дюнах. Тогда, как мне казалось, я была готова ко всему, кроме страха перед этим кошмаром. Но музыка все еще звучит. Музыка, которая все детство сопровождала нашу дружную компанию, смешанная с шумом моря. Руками закрыв глаза, я по-прежнему могу разглядеть красные точки пожаров, вспышки на солнце, свои окровавленные руки и фигуру, исчезающую в темноте. Время от времени все это возвращается ко мне. Управляемый игрушечный солдат преградил мне путь. Я рассказал ему сказку, и он пропустил меня. Музыка совсем уже не та. И море из другой эпохи. Но только там я снова обретаю их всех, без имен. Ночь — это лучшее время для передвижения. Здесь ты не найдешь ничего, кроме людских теней, человеческих скелетов. Дома распахнуты, на окнах белые занавески. Здесь я жду тебя. Drumming on tables and things. Real good, too. I mean it. You've got a natural rhythm. I was thinking maybe I'd take a stage name. Jack Duval. Jack Duval. Yeah, that's real class. It is, ain't it? That's a swell name. Just fits you, Frank. This guy I'm going to see tomorrow, he books all the big bands. If I get in with him, boy, I wear a tux. You look swell in the tux. I already got the drum. I need a buck. Somebody needs a big guy who needs somebody too.
dead. Where? Push and start then. Well, 15 minutes. Thanks. Когда мне было 15 лет, мы с роднёй летом приезжали на остров. Там было немного домов и немного людей. Я часто вижу его лицо, появляющееся из темноты. Он приближается ко мне. Тогда я поворачиваюсь и иду ему навстречу. В конце дня солнце садится ниже и начинает быстро темнеть. Его лица больше нет, и больше нет никакого моря, нет ничего. А я, меня тоже, там больше нет. I changed my mind. I don't want to see the fight. I'm hungry.
get. Mr. Brown, Mr. Brown says to keep her happy.
Я нашла мертвого человека, я взяла это у него. Возможно, ты ему помогла? Помогла в чем? Умереть. Я нашла его уже мертвым. Ты имеешь в виду убитым? Да. А что мне оставалось делать? Мне пришлось пойти на это. А сейчас ты здесь. Что особенного в этом месте? Здесь есть еда. Место, где можно поспать. Здесь есть вода. Я должна была попасть внутрь. Снаружи умирают. Я видела. А что здесь произошло? Что здесь произошло? Здесь произошло то же, что и везде. А куда ты направляешься? Я не знаю. Я только помню, как шла. Я шла через холмы и руины. Там на холмах были мертвые люди. Мендель. Мендель, ты слышал о нем? Возможно, я из тех мест. Прошлой ночью мне снилось, что я вернулась в Мендель. Я прошла мимо большой садовой калитки. А что с твоей рукой? Не знаю. Похоже на ожог. Я очнулась уже такой. Должно быть, я больна. Топливо и вода для себя они не больше, чем ветер. Пожалуйста, расскажи мне, что случилось. Ты что-нибудь помнишь? Ничего. Я только помню, как шла. Куда? На запад, к морю. Почему? На западе нет моря? Так все говорят. Все ушли на запад к морю. Но никто так и не вернулся и не рассказал нам, есть ли там море. Почему они не вернулись? Никому не дано зайти так далеко. Возможно, там хуже, чем здесь. Хуже? Как такое возможно? Ужасная смерть. Ты совсем ничего не помнишь? Никто не... Это твой велосипед? Как долго ты следишь за мной? С момента, как ты вошла в город. Кто ты? Именно ответ на этот вопрос я и ищу. Сейчас я состою в утреннем взводе. Пистолет. Зачем он тебе? Чтобы убивать. Это решение. Для кого? Для всех нас. Тогда почему ты сохранил мне жизнь? Я не... Не сейчас. Позже, возможно, ты сможешь что-нибудь вспомнить. Если я вспомню, я останусь жива. Поэтому ты оставил меня в живых. Если все сложится хорошо, потребуется 2 дня, чтобы покинуть город. Уже 3-й день, а ты все еще жива и все еще внутри. Я должен буду убить себя. Такова моя работа. Это поможет тебе. Иди на восток.
Держись подальше от кинотеатров, продуктовых магазинов и телефонных будок. Это все ловушки. Ночь – это лучшее время, чтобы бежать. У тебя есть имя? Зачем? Оно тебе нужно, чтобы убить меня? А что, если я первая убью тебя? Как знать, ты можешь занять мое место в утреннем взводе. Но если это случится, тебе прежде всего потребуется это. С этого момента 3 дня. Поняла? Лунный свет знает, как играть в странные игры. С теми, кто грезит. Когда я находился там, было тихо. И тем не менее, я мог поклясться, что дом больше не был пустой раковиной. Он жил и дышал, как когда-то. You had to be real good to do that. Good enough to hit, if you wanted to. Somebody put a show on for me. Why? It was one of those transient hotels, something between a flea bag and a dive. I felt like seeing Velma myself. This was going to be a real moment for the big guy. Hello? Back to my office for the first time in a week after spending a few of the toughest minutes of my life telling Tommy Ray's wife that she was a widow and the kid that his daddy was gone forever. But DiMaggio was still going strong on his own record now. Не ищи свои таблетки, они на столе. You'd won the Irish sweepstakes and
took off. What else do you think? Сама ты на позиции. Прекращай играть. Они нужны мне. Ладно, что ты хочешь? Ты выведешь меня из города. И тогда ты вернешь мне мои вещи. Знаешь, я ведь могла и убить тебя. Да, но кто бы тогда вывел тебя из города? Как давно у тебя это началось? Что? Твои боли. Не знаю, пару недель. Это началось со зноба и боли в костях. Потом лихорадка. Ты стонал всю ночь. Ты выведешь меня из города. Это не так просто. Ты справишься. Из города есть лишь несколько выходов, и все они охраняемы. Кроме того, я должен работать. Если завтра я не покажусь, преследуемых станет двое. А кто нас будет преследовать? Утренний патруль. Лекарство останется у меня. Когда мы выберемся отсюда, оно будет твое. А что ты там делаешь? Ты слушаешь. Утренний патруль, код 33, сектор Альфа, идентификация. Докладываю о 4 мертвых в кинотеатре на границе квадратов 3 и 4. Обвинение по статье 33. Ты убил их. Давай выбираться. Мое горло болело, но пальцы, касающиеся его, ничего не чувствовали. Как будто это были чужие пальцы. Словно пальцы, которые тебе отправили по почте. Вместе с удостоверением личности, значком и аттестатом. Мир снаружи — тьма. И что-то красное, скученное, как микробы под линзой микроскопа. Потом ничего, только тьма, запустение и множество ловушек. Только что началась долгая, тихая ночь.
Я никогда не понимал, почему, когда умирают в туннелях, всегда пахнет медом, и почему все стремятся на запад. Однако я выведу тебя из города. Мертвый или живой, это не имеет значения. В гробу, перевязанном проводами, безлунной ночью, горячий и влажный. В любой момент я мог бы убить себя. Я хотел. Но когда кто-то тыщет оружием тебе в спину, ты вынужден подчиняться. Позже ей придется иметь дело с теми, чьи руки запачканы по боли моих. Ее глаза темно-синего цвета. Глядя на меня, они меня не видят.
Γιατί σταμάτησες? Почему ты остановился? Из центра для А-19. Там сверху охрана. Почему бы тебе не пойти вперед? Оружие ведь у тебя. Иди. А если они убьют меня, кто тебя выведет? Парень, который тебя убьет. Шевелись. Это центральное. Вызываем А-19. Это невозможно. Центральные для А-16 и А-17. Брешь в секторе Запад 5. Найдите А-19. Его последний доклад был из сектора 5. Стамадаки пыша. Стой! Где стоишь? Жди меня здесь. Уходим отсюда, пока нас не обнаружили. Ты уверен, что мы раньше не встречались? Где? На востоке? Да. А что там на востоке? О чем ты говорила? Ты ничего не помнишь? Продолжайте движение к главному входу. Связь каждые 2 минуты. Это А-16. Код осуществлен.
Идем. Ты должен что-то помнить. Ты жил в доме на холме. Обычно я наблюдала за тобой издалека. Я ничего не помню. У меня даже нет шрамов, которые напоминали бы мне о чем-то. Нет фотографий или чего-то забытого в моих карманах. Одежда, которую я ношу, принадлежала кому-то другому. Единственное, я боюсь смерти. Своей смерти. Темных вод. Следов утопления. Черепа без глазниц. Когда я последний раз пил воду, у нее был странный привкус. До реки еще далеко, и время опять поджимает. Я часто вижу ее, выходящей из темноты, навстречу мне. Тогда я поворачиваюсь и иду, чтобы встретить ее. В конце дня солнце садится ниже. Начинает темнеть, ее лицо исчезает. И реки больше нет, нет ничего. И меня там давно больше нет. Те, кто попытались пересечь этот город, вынутые из гроба, перевязанного проволокой, безлунной ночью, сладкие и влажные, и что-то красное, что сгустилось, словно микробы под линзой микроскопа. Меня беспокоит вопрос, где она могла спрятать мое лекарство. Определенно, недалеко от дома, где мы остановились, на ночлег, или же оно где-то на ней. Возможно, она даже и не подозревает, что очень скоро оно ей самой понадобится. По пути в город я спустился в бар и выпил 2 двойных виски. Для меня это немного. Единственное, что это дало, я снова пришел в себя. Белокурая девушка, которую я больше никогда не увижу. Это центральное для А-16 и А-17. Перейдите на частоту 2. Это А-16 для центральной. Частота 2. А-19 обнаружен мертвым. Причина смерти не установлена. Его лекарства при нем нет. Жду распоряжений. Это центральное для А-18. Возвращайтесь на базу. Замените погибшего А-17. Спрашивать бессмысленно. Как только ты спросишь о случившемся, здесь окажешься с черной плитой на лице и вспоротым животом, а твои пальцы побелеют, словно воск. Нам нужна свежая вода и немного везения. Живой или мертвый, мне уже без разницы. В любом случае, я выведу тебя из города, если все сложится хорошо. Тебе больно? Еще нет. Озноб и боль в костях. А потом лихорадка. Разве это не так начинается? Позволь мне взглянуть.
Подержи им. Не больно? Нет. Сейчас все сделаю. Ты многих убил? Нет. Женщин, включая себя, трех или четырех. Я должен буду отлучиться на несколько часов. А куда ты уйдешь? Работать. Я пойду с тобой. Нельзя. Я хочу видеть, как ты убиваешь. Я хочу видеть тебя. Не волнуйся, я вернусь. Я же пообещал тебе, что выведу из города. Ладно? Если я буду бездельничать, они начнут меня искать. У меня есть норма, один человек в день. Если завтра я ничего не сделаю, то буду под подозрением. Потому я и должен завтра выйти. А что, если они убьют себя? Ты продолжишь двигаться на запад. Ты возьмешь меня завтра с собой. Я немного посплю. Знай, мы найдем море. Ты что-нибудь видишь? Здесь никого. Продолжай следить, кто-нибудь да покажется. Это проход. Все обращают внимание на телефон, когда он звонит. Что там? Ничего.
Какое-то движение. Где? Там, справа, в машине. Позволь ему первому обнаружить себя. Нет, ничего. Забудь обо мне. Наблюдай. Это центральная для секторов 5, 6 и 7. Соединяйтесь на экстренной частоте. Это сектор 5 для центральной. Это центральная для 5, 6 и 7. А сектор А-33. Отказ во входе в западный сектор. Приоритетен арест. Это 5 и 6. Центральная. Мы ожидаем у входа А-33.
Это А6 и А7. Мы выходим на экстренную частоту. Утренний патруль в чрезвычайном положении. А что нам теперь делать? Мы двигаемся немного дальше, в сектор 5. И затем мы вернемся к сектору 3-4. Тройка и четверка вернулись. Мы пересечем железнодорожные пути и пойдем по реке. Всем единицам. Соблюдайте радиотишину в течение следующих 30 минут. Теперь наша очередь петь. А-33 запрашивает центральную. Центральная для А-33. Доложите о своем местонахождении и транспортном средстве. Зарегистрирована ловушка в телефоне-автомате сектор 5. Мертвая женщина изымается А-33. Центральная для А-33. Возвращайтесь в свой сектор. Выход на связь в 4 часа. Зарегистрируйте ловушку в секторе 6-2. Конец связи. Ловушка в телефонной кабине, зарегистрированная А-33, подтверждена. Найден мертвый мужчина, ранение на шее и руке. Исполнитель неизвестен. Выхожу на белую частоту. Зона 33 по наблюдениям. Я слушаю. Не ходите в сектор 6. Они последуют за тобой. Знаю. Конечный пункт назначения. Сектор 3-4. И что потом? Только не смейся. Кое-кто здесь утверждает, что там море. У нее оружие. Тебе нужна помощь? Нет, скажи, что ты не видел меня. Все усугубляется. Ты тоже меня не видел. Уходите с дороги. На западном выходе установлен КПП. А если через старый аэропорт? Его недавно закрыли. Как можно скорее уходите с дороги. Хорошо, уходим.
Почему мы здесь остановились? Который час? Они разбиты. Мы продолжим, как только стемнеет. Ты в порядке? До реки еще далеко, и время снова поджимает. Я просто это чувствовал, ведь у меня даже не было часов. Кроме того, часы не предназначены для измерения подобного рода времени. Я часто вижу ее, выходящей из темноты, навстречу мне. Тогда я поворачиваюсь и иду, чтобы встретить ее. В конце дня солнце начинает исчезать, быстро темнеет, ее лица больше нет. И уже больше нет реки, ничего нет. И меня там больше нет. А что это? Цианид. Зачем? 5 секунд, и ты покинешь этот ночной кошмар. Говорят, что за эти несколько секунд ты видишь всю свою жизнь. Но уже слишком поздно, и ничего нельзя изменить. Река в 4 километрах. В темноте ты легко проскочишь. Я провожу тебя до притока. После продолжишь путь сама. Я сидела там и наблюдала за тем, как он медленно умирает. Я так и не знаю, почему он спас мою жизнь. Возможно, потому что он тоже верил в море. Нас обоих мучили одни и те же вопросы. Откуда мы пришли, куда мы идем? И сколько нам еще нужно идти, чтобы выжить? А что еще имеет значение? Топливо и вода для тебя — это не больше, чем ветер. Сейчас ты уснешь глубоким сном, и тебя больше не будет волновать вся эта грязь.
Его глаза смотрят на меня, но меня не видят. Живого или мертвого, я выведу тебя из города. Я уже слышал звуки приближающегося патруля. Не думаю, что успею выбраться. Знаю, это мой последний шанс. Они не оставят меня в живых, если вернут обратно. Я так много раз слышал подобные истории. Говорят, что сразу за рекой находится долина смерти. Когда на небе нет луны, семь ангелов молятся за тех, кто покинул город. Когда сражение закончится и рассеется дым, мы увидим море. Живые или мертвые, это уже не важно. Не думай, что меня больше нет. У тебя есть имя?